Подходит к концу рабочий день, подходят к концу еще одни сутки. Что у нас по итогам дня? 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Самарской области. Таким образом, 141 человек за весь период наблюдения инфицированных на территории региона. 24 из них уже выписаны домой. Спасибо врачам за то, что полный курс оздоровления прошли наши земляки. К сожалению, добавились новые муниципалитеты. Это город Октябрьск, Камышлинский район, Клявлинский район, в которых случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен впервые. К сожалению, на сегодняшний день мы и обладаем информацией о том, что один из заболевших коронавирусной инфекции скончался. Это пожилой человек, у которого заболевание проистекало на фоне целого ряда серьезных хронических заболеваний. Сахарный диабет, сосудистая патология, перенесенная онкология. Сегодня мы проводим дополнительное патологоанатомические исследования. Как только будет заключение, будут оформлены все документы. По всей видимости, этот случай будет отражен и в официальной статистике. Приношу свои соболезнования родным и близким. Как я обещал, мы проводим большую работу по возвращению наших земляков, которые находятся за рубежом и сегодня зачастую испытывают проблемы с тем, чтобы вернуться на родину. Соответствующим обращением в интересах наших земляков я вышел на оперативный штаб, на заместителя председателя правительства, нахожусь в непосредственной связи с министрами федерального правительства, работаю над возвращением наших земляков на территорию региона. Как вы знаете, мы встретили борт, прибывший в Казань, на котором находились наши земляки, прилетевшие из Индии и Турции. Все они размещены в обсерваторе городского округа Тольятти, доставленном на территорию региона. Мы ждем два борта на территорию Самарской области. Кроме самарцев, там, конечно, будут представители из других регионов Поволжья. Сразу хочу сказать, что у нас есть предварительный договор со всеми губернаторами, что тех граждан, которые прибудут на территорию Самарской области, являющихся жителями соседних регионов, они этим же днем заберут также на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Итак, мы ждем борт из Бангкока, из Таиланда. Вы знаете, я рассказывал об этом, что наиболее тревожно чувствовали себя именно наши земляки, которые застряли в Таиланде. Обратился на федеральное правительство, такой борт вылетает к нам, и мы ждем борт с прибытием уже 27 апреля. 72 наших земляка должны прибыть этим бортом, которые готовы к вылету. И 26 апреля, на сутки раньше, мы ждем борт из Бали, где также будут свыше 70 человек, жителей Самарской области. Мы их разместим в обсерватор, это обязательное условие всех прибывающих на территории региона и жителей Самарской области. Если кто-то сразу не уедет в свои регионы, жителей других территорий, мы обязательно будем размещать в обсерватор на двухнедельный карантин. Оперативным штабом Самарской области, всеми службами, ведомствами, которые входят в состав оперативного штаба, ежедневно проводится огромная работа для того, чтобы защитить население региона от распространения инфекции. Еще раз хочу обратиться ко всем вам. Пожалуйста, соблюдайте режим самоизоляции. Это ваше здоровье и здоровье ваших близких. Берегите себя и будьте здоровы.